Собственно говоря, завершая свой вояж по открытию спиннингового сезона, я проезжал не сильно далеко от Чебоксарского хранилища. И решил сделать крюк, 100 километров всего лишь, и заехать в гости к моему другу Александру Могилкину, он же Левша, НН. Вот, здесь мы проведем очень мало времени, дня полтора всего лишь, то есть почти ничего. Как бы половим рыбки, просто в удовольствие на самом деле больше. Ну и как бы до кучи я дотестирую на низах несколько новых спиннингов, которые появятся там в 2020-2021 году. Ну, чтобы уже окончательно так поставить все точки над «и». Вот. Сильно ничего нового искать не будем. На самом деле не охота, а охота просто вот немножко в удовольствие. Вот, пройдемся по своим там десятку-полтора старых точек, попробуем кого-нибудь дельного поймать. Получится, нет? Ну, посмотрим, посмотрим. Но заодно потестируем новый поролончик. Да. Вот, у нас еще одна тема. Вот, как бы наконец-то появляется поролон в тех же физических размерах, чуть потолще. Потолще. Но где будут более крупные двойники? На самом деле, вот я Сашку просил очень много времени. Наверное, год два я уже ноял. Дайте мне поролон, который будет держать нормальную рыбу. Ну, нормально, я имею в виду там 5-7 щучки такие. В принципе, и старый держит. А держит, вот, но держит. Хочется просто дополнительную уверенность, когда особенно ловишь в коряк. Бершонок. На новый поролончик. Первая рыбка. Ну, Могилка меня всегда по судаку обыгрывает. В общем, да. Без вариантов. Да я тебя не только по судаку. Я тебя вообще всегда обыгрываю. Да, да. Новый поролончик. Более толстый по сравнению с предыдущими версиями. На самом деле не более толстый, под более нормальный крючок. И крючок. Спецзаказ Кирилл Вячеславович. Так. А то хорошая рыба ловится, а подсекать ее маленькими крючками не очень. Вот примерно на 8 стоит вот такой берш. Вот это хороший берш. Бершик уже хорошенький. Смотри, берет-то хорошо. Если берет, да, то берет. Да, берет хорошо. Красавец. Зачет. Едем в коряге. Едем в коряге, давай. Потихонечку, может, вытащим. Так. Прям такая зачетная девочка была. А может и есть. Вот прям не факт. Хорошо. Не понимаешься. Все. Все? Все, все. Печалька. Все. Хороший был. Прям уверенно хороший. Выдрал кусок поролона. Хорошая была. Это была не трешка. И скорее всего даже не пятерка. Пляшечка. Нам сказали, что здесь где-то водятся стекольщики. Мы пришли проверить. Вот сын стекольщика попался. Будем искать стекольщиков. Вот ловятся стеклянные судачки. И они-то клюют не очень активно. Но тем не менее. Ну, там, скорее всего, берш как раз под ней. Вон там видно, какие-то стоят отдельные товарищи. А нас-то интересует другое. Нас щучка интересует. Правда, что ли? Нас интересует щучка. Да ладно, брось ты, ерунда посмеется. Щучка. Бросить щучку, да? Какая тебе щучка?
Бросить чучку. Десятку хочешь? Хочу. Честно признаться, да. Хочу. Хоти. Да не будешь, ты будешь. А потом ты ее упустишь, и я буду еще больше рад. Нет, если я опять солью на твоем офсете. Это твой офсет, если что. Нет, я к тому, что дает скидывать. Крючок-то твой. Молчи тогда. А то, блин. Так, что-то не зря я поставил. Тут же где-то внизу еще бревнышко. Когда кидали крупные приманки, тишина. 8,5 сантиметров поставил, шлеп, вот она. Тут же прям. Прям вот только что провел там, грубо говоря, 12 сантиметров стрима. Нет поклевки. Меняешь на 8,5, прям буцы есть. Следующим же забросом. Ну, ты маленькую поставил? Вон, видишь, плеснулась рыбешка. Ты маленькую приманку поставил? Пока нет. Сейчас поставлю. Вот. Разница, казалось бы, не очень большая в размерах. Хотя на рыбалке огромный. Довольно существенно бывает. Держи. Попробовали сейчас крупными приманками. Не хочет. Сейчас попробуем уменьшиться в размере. Потому что раньше это бывало срабатывало. О чем речь? Вот видишь, сюда капаем. Это даже не бершик. Я тебе сказал, нечего здесь делать. Говорил? Стеклянный судачок. Говорил, что озеро не работает. Предупреждал, что озеро не работает. Но Могилкин чувак упертый. Блин, залезла в корягу собака. Нет, прыгнула вроде. Ну, корягу. А что, где есть? Выматывается. Вон оно. Щука, говоришь? Хорошая щука. Смотри, смотри, какая щука. Ну вот. Давай. Щука у меня, говорит. Хорошая. Да. Посмотри, как его. Да. Ух, как его. Вот здесь какая-то живет такая приятная рыбка. Которая даже этого судачка полосанула хорошенько. С другой стороны, посмотри. Ух ты! Да, слушай. Хотя это могла и птица быть. А вот это тоже птица? Это... Нет, да. Саня, это... Это, наверное, мама. Или мама. Это прям мама-мама. Да. Хорош. Ну что? Приятный, зачетный судачочек. Ну да, это уже такой. Такое что-то уже ближе к двум. Хорош что-то. Что-то я не понял, подожди, это вообще не коряга ли, а? Что-то как-то... Нет, сейчас на где-то слетел. А, вот она. Вот она, наш коряга. Нормальная трешечка. Ну вот. Припарковали. Малейщик. Это, Саня, это не трешка. Вот так, с одного места судачок 2 плюс. И щука. Ну, 3 плюс, скажем так. Будем скромны. На самом деле, похож побольше. Твой взвесит. Или нет? Твой взвесит. А у тебя есть весы? Есть. А у меня есть? Все есть. А это был новый поролончик Санькин. Который он сделал, чувака. По моему заказу. Вот он. Поролончик по заказу меня, любимого. Потому что большие двойники и рассчитаны на нормальную рыбу. А не скильдявок килограмм. Вот. Вот это уже более-менее какой-то тихо-тихо зачетик. Связь перешел, да? То есть смотри, Могилкин ловит... А мне надоели просто уже. Могилкин ловит судаков. Гущин ловит щук. Да. Вот, сейчас я... Сейчас ты вытащишь карандаш.
Да, да, да. Следующий карандаш. Следующий за тобой карандаш, короче. Хорошо, я постараюсь. Но здесь карандашей-то нет. Да? Да. А откуда стеклянные здесь? А вот стеклянных здесь кушают. Да их вообще не ем. Да. Извини. Все? Я рыбу-то не люблю. Речную. Что я делаю? Собираю тревел. У меня остался вот именно в косметике необловлена одна модель. 7.21. Коряжничек, хорошая рыбка, а я как дурак беру 7.21. Хотя тут по уму надо так грамм до 50 что-то, чтобы выдирать рыбу с коряжника. Ну ничего, сейчас попробуем. Может, даже что-нибудь на нее поймаем. Эх. Вот. И между прочим, вопрос о. Вот господин Могилкин ловит на 12 грамм. Да. А господин Гущин, вот вообще ни капли не сомневаюсь, ставит здесь 18. А будет тебя плохо рыбы вести, я поставлю 22. При этом гарантирую, что как бы шансов поймать у меня будет больше. Ну, правда, не таких судачков, как поймал Саня в последний раз. Да, Сань? На такие подвиги я пойти не могу. Вот, что-нибудь попробуем хорошее поймать. Вот, теперь давай смотреть. Вот, смотри, раз коряжничек. Это как раз пятерочка примерно. Вот свал резкий. Но это нам не сильно получается тогда интересно. Ну, здесь и коряжник такой условный. Ну да, одна коряжничек. Это не то. Вот там, там вот интересно было. Там, там свал был... покруче, да? И коряжки на нем присутствуют. Вот, смотри, справа коряжка. Видишь? Да. Глубина. Мелко там. Ну, не знаю, не знаю. Мы по свалу идем. Мелко-мелко там. Мелко-мелко. Вот здесь сейчас... 4 без коряг. Вот. Ну, а вот мы сюда надо кидать как раз, вот сюда. И вот пошли коряги твои. Да. Как раз коряги, ну, перебрасывать. Так. Это так пока. Но они вон там чуть выше. Вот сейчас мы чуть выше посмотрим. Да. Вот сюда надо встать. Вот осталось 5 метров, и пойдут они сейчас. Не 5. Вставать надо повыше. Мы туда идем. Да. Ну, собственно, вот. Не трофей, но хоть чего-то. Хотя здесь клюет нормальный хороший щук. Обычно. Смотри, как по самое-самое. Замучили меня уже холостые поклевки со всетом. Что-то она как-то вяленько берет. Поставлю-ка я с двойником. Выгрызла так конкретно. Сейчас сошла такая щучка. По ощущениям, очень прям такая приятная. Явно за 5. Вот там выгрызла. Да, Кирилл Вячеславович поймал. Что тебе давать? Два офсета заряжай сразу. Офсеты? Да. Я вообще на двойник хотел перейти. Нет, новый офсет проверен твой. Знаешь, как это, когда так инженер это новые строил... есть. Это новые исходы? Это новые исходы. Исходы? Нет, сходы-то почему? Ты в курсе, что когда инженер Царской России строил мост, то первый поезд он пропускал над собой, стоя под этим мостом. Вот сейчас мы и посмотрим, как посмотрим. Твои офсеты здесь будут. Ты меня хочешь в воду загнать? Да. Под мост? Да. Ты злой какой, а? Гущин, тебя вообще кто воспитывал? Улица. Вот видно. А так-то ловим нормальную щуку. То судак, то окунь. Да, пришли за щукой. А вот так работает Proxima 804M 7.21. Правда, щука не очень большая, но борзая. Паркинг. Паркинг. Оверпаркинг. Оверпаркинг. Ну, это двушка. Что-то два с копейками. Вот сколько сам весит? Это? Да. Да нет двушки там. Нет двушки? Да. Прям нет двушки. 1,8. Давай вес. Даю. Двушка. Ну что, двушечка?
Двушечка. Там 2 с копейки. Но если вычесть вот 500 грамм этого сколько? Зажима. Сколько? Это будет 1,5. 2,8. Хорошо, ну, на свечку пошла. А так, двушечка, трешечка где-то. Говорю, хороший. Ну как? Здесь двойничок нормальный. А здесь, ну куда ты ее? Портанули. Портанули. Понимаю уже. Опачки. Опаньки. Трешечка, не, побольше. И вот она самая главная фишка. Красавица. Правильный ага. Поролон. Увеличенные двойники, чтобы ловить нормальную рыбу. Хорош. Нормальная рыба клюет. Красавчик. Помогать? Ну, пасочку сдавай. Нормально. Опять двойка. Ать. Вот и хорошо. Руки не пачь. Опять все разодрало. Сразу. Последний экспериментальный поролон. Ну не последний. Последний. В этом размере последний. Ну не последний. А где еще у тебя? А, это 8,5. Да? Ну они есть под офсет еще. Будем сейчас под офсет проверять. Я догнал вас, ну маленький. Догнал. Ух ты. Догнал. Лошара, блин. Хорошо подсекаешь. Из тебя в корях сфигаешь. Бущинская приманка попала в мою приманку, а я посчитал за поклевку. Нет, ребят, меня про зубов наказал, была поклевка. Я-то его подергал, а потом у меня клюнуло. А я не подсек, потому что сами подсекал. Смотри сюда. Да видел я? Я видел. У меня же удар был, а он через тебя был. Конечно. Я-то его четко ощутил, поэтому, собственно, не подсек. Да это я дергал тебе. Заклёстнутый были. Ну ладно. Ты меня подсекал. Тебя я подсекал. О, вот кто нам конопатит мозги уже битые 20 минут. Не. Нет? Это, ты думаешь, у тебя не он клевал? Нет. Да ладно, ну смотри, даже мы можем даже приложить клыки его к этим следам на твоей же головке. Да он. Что-то маленькое. Держишь? Рад? Нет. Маленький. Но рад, что хоть есть, потому что мы здесь судака сейчас с бершом более-менее нормально нашли только в двух местах. А это вот прям очень нехорошо. Обычно в это время здесь этого мелкого очень много. Да и крупных попадается. Сань, ты меня убьешь сейчас. Это был первый заброс.
Ты в это веришь? Да. Хочешь по 9 пройти? Да. Ты понимаешь, уж больно это напоминает мою вот ту точку. Помнишь? Помню, помню, помню. Вот если это оно, оно. Посмотри, раз на 8. Идем дальше, идем прямо вдоль свала. Подъем на 6. Да, туда мы еще сейчас встанем. Нам вставать где-то вот здесь надо. Сейчас, давай пройдемте. Метров 30 от этих точек там вставать. Раз коряга, два коряга. Вот за второй корягой вон там свал. То есть мы сначала работаем свал, корягу. Либо отдельно вот тут вот ту корягу и вот там рельеф. И все с одной точки. Я тебя сейчас расстрою. Ты с первого заброса рыбу поймал. Удар был такой, что я думал, блин, поклевка нормальная. А потом падает головка. Смотрю, дрын-дрын сидит. Детский сад. Штаны на лямках. Девятка. Давай пробуем здесь сначала. Там посмотрим. Давай. Там посмотрим. Короче, ловим с язычка. На язычке бывает судачок. Хороший. И щучка тут попадается. А Саня любит мелкие приманки, а? Клюет чаще, а размер меньше. Вон, смотри, размер. Опачки. Давай. Стеклярус. Стеклянник. Ладно, зато есть. Сейчас попробуем. По крайней мере, судачок что-то дышит. Слушай, а что хватит сразу? Прям такая щучья. Бум. Не бабах, а бух. Понятно. Непрерывно клюет мелкий берж. Где судак? Где судак? Судак. Судак. О, решил попадаться, смотри, перед выходом наверх. О! Бёршик. 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 Где судак? Где судак? Тоже мелкий. Не совсем отвалил, придется ручку пачку. Ну опять два. Ловишь всякую мелочь. Да. Опять мелочь, опять два с копейкой. Эх, Морозова. Где моя большая рыба? Гупешечник. Гуша, ты сегодня гупешечник. Вчера тоже так. Вчера гупешечник. Короче, к середине второго дня на Волге слегка дунуло. Дунуло примерно метров 13 секунд. Вот. Да, хорошо так дунуло. Хватит. Рыбы поймали. Все, что надо, потестировали. Удовольствие получили, надеюсь. Получили. Вот. Поэтому домой. Все, пока. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось. И ловите отпускайте.